Из Германии депортировали бывшего телохранителя Усамы бин Ладена. Он жил в немецком Бохуме более 10 лет и, по данным спецслужб, мог представлять угрозу национальной безопасности. Связана ли эта ситуация с попытками отправить в отставку немецкого министра внутренних дел? Разбиралась Татьяна Лагунова. Министр внутренних дел должен уйти в отставку. Освободить кресло главного силовика страны призывают немецкие правозащитники и политики. Дескать, Хорст Зеехофер слишком циничен и недостаточно человечен, чтобы занимать влиятельную министерскую должность. Под огонь критики министр попал из-за комментария по поводу высылки из Германии группы афганских беженцев. Несколько дней назад он доложил журналистам, депортированы 69 человек, которые не получили в стране убежище и совершили правонарушения. И добавил, произошло это в день его рождения. В день, когда мне исполнилось 69 лет, мы выслали в Афганистан 69 человек. Цифры совпали случайно, я не заказывал. Это намного больше, чем депортировали раньше. Министр пошутил, а через несколько дней афганские СМИ сообщили, один из депортированных покончил с собой. Молодой парень повесился в лагере для беженцев в Кабуле. Шутка Зеехофера про день рождения и депортацию была сама по себе неудачной. А сейчас, когда мы знаем, что 23-летний парень, который прожил в Германии 8 лет, покончил с собой, слова министра представляют в другом свете, а не зловещие. Сам министр уже заявил, что сожалеет о смерти парня, но причин подавать в отставку он не видит. Татьяна Лагунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».